Уже более 10 лет в городском округе Люберцы работает крупный логистический центр. Компания занимается поставками продуктов питания от ведущих торговых марок со всего мира. Предприятие по праву считается одним из лидирующих в своей отрасли. В этом убедились мои коллеги. Более 500 поставок в день со всех уголков мира. Это не только продукция, которую можно встретить в любом сетевом супермаркете, но и эксклюзивные европейские товары. Несмотря на санкционный режим, введенный против России, с этой компанией готовы продолжать сотрудничество многие иностранные партнеры. Сейчас у нас в портфеле находится более 60% локальных производителей. Мы являемся дистрибьюторами больших компаний, мясоперерабатывающих, бакалейные группы, молочные группы. 40% это мы являемся импортерами, возим из 23 стран мира продукцию с дальнейшей ее реализацией здесь. Более 2000 наименований готовых продуктов и ингредиентов для промышленных предприятий хранят в складских помещениях площадью 13,5 тысяч квадратных метров. Под каждый вид товара предусмотрен определенный температурный режим. Этой продукцией пользуются абсолютно все жители не только нашего округа, и соседнего города, столицы нашей, Москвы и других регионов. Она узнаваема, она есть везде. Нам важно поддерживать бизнес, поддерживать предпринимателей, чтобы предприятия развивались. У руководства компании большие планы. В этом году начнется строительство нового промышленно-складского терминала. Его площадь превысит 60 тысяч квадратных метров. С помощью этого объекта в округе появится более 1000 рабочих мест. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.